не видно. Я каждую неделю получаю, примерно раз в неделю получаю приглашение принять участие в вебинарах, которые организует вот эта зеленая стрела. Видимо, это сайт, или я не знаю, как называется. Вот. И тут, видите, создаем стильный сад на 200-ках Кореи, Нидерланды. Запись вебинара. Ну, наверное, сад подразумевается, скорее всего, и вообще большинство, все, что они проводят вебинары, это касается ландшафтного дизайна. Я их понимаю. Вот. А я не видел это. Если меня слышите, уважаемый главный редактор Вестника Садовода, он же мой друг, чем я горжусь. Вот он, это Ребрик Александр Алексеевич. Если вы меня... В прошлом вебинаре вы были. Вот, я даже с вами здоровался. Вот, дело в том, что ну, хорошо, сегодня Нидерланды, завтра были питерцы, я помню, и, наверное, москвичи. Вот. Все это замечательные вебинары, но эта красота спасет мир. Ну, как-то, не знаю, ну, надо, чтобы там и плоды росли. Я обращаюсь к вам от имени двоих, от себя и от Антона Сафронова. Я без него как без рук. Вот. И он только может организовать, допустим, связаться с вами, а вы зеленой стрелой, да. Почему бы вебинары, ну, может быть, не такие вот, как я, видите, то я про Бога, то я про черта, а просто, ну, стилистику вы можете придумать, там, четкий ответ, пункт А делает то, пункт Б. Дело в том, что, как бы это ни было, человек прослушал вебинар, да, наверняка сюда входит и еще и, наверное, и реклама чего-то, наверное. И вот мы тут рассуждали с Антоном Валерьевичем. Вот, и получается так, только часть, ну, понятно, что все плодовые деревья, если их завозить там с той же Нидерландов, они у нас не пойдут, они все помрут, не только в Сибири, но и в Подмосковье, вот, и даже, может быть, и вспоминайте дикую засуху, этим самым, на Кубани, где давно уже все турецкое на прилавках, так, и вот мы подумали, а еще, допустим, ну, красота из красоты. Ну, можжевельники, может, не замерзнут, так. Если кто-то там воспользуется советами или продукцией этой вашей. Или кто-то сдаст под ключ. Вот. Ну, вот если новому русскому сдать под ключ такой вот участок, да, сколько там написано? На 200-ках. На 200-ках, да, вот написано. Участок сдать. Через год его можно не узнать. Почему? У меня много для этого наблюдений. Допустим, я рекламировал, пропагандировал, у меня была роскошнейшая трава по лесу победоносная. А однажды бесснежную зиму она взяла и вымерзла так, что от зеленого газона остались клочки. Потом она начала восстанавливаться. Но уже сорняк ее все равно победил. Она же чужая, не местная. Вот. Многие растения, которые пропагандируют, может быть, тут же, вот этот товарищ Баркман, они могут быть тоже, если речь идет о продаже просто красивых кустарников. Вот. Они могут не выдержать. Все-таки на север. Не только плодовые. Вот. А мы можем предложить и свою продукцию. Мы с ним пытаемся хотя бы на семенах заработать. На учебниках заработать. Там, на своих. Да? Вот. Мы можем предложить, он как опытный этот, руководитель интернет, как он называется, интернет-издательства. Да? Красивое название «Жизнь на земле». А я как преподаватель, может быть, мы вам пригодимся. Может, мы даже заработаем немного, потому что я посмотрел, там довольно солидные эти гонорары тех, кто у слушателей. Вот. Ну, что-то в этом роде. Вот мы подумали. Предлагаем свое, потому что вряд ли мы испортим эти вебинары. Когда вот этот тоже блог под названием «Что-то тогда я», как там было, мы с ними сотрудничали. Вот, меня первого даже, чтобы других привлечь, там будет много лекторов, а я первый выступал, потому что все знали, что народ может на железо пойти. В общем, Александр Алексеевич, можете не отвечать, может, это вы уже к стреле не имеете отношения, но когда-то же имели. Вот, может быть, и мы сможем это пригодиться. Вот поэтому я взял вот фотографию, перефотографировал просто.